участие в такой эстафете, это очень здорово, весело и интересно. Мне больше всего понравилось, когда там косточки переставляешь, и главное не наступить на пол. Не тяжело то, что там с маленьким ребенком? Нет. Нет, он отлично принимал участие, очень нам помогал. Да? Помогал нам? Много у тебя получалось, сынок? Лучше всех дротики бросал. Да. Ну все, спасибо. Это не вся наша семья, у нас еще одна дочка, мы многодетные. Очень понравилась развлекательная атмосфера. Не очень много участников, но зато все с огоньком. Для меня было самое интересное, это кидать в кольцо. Это хоть мне было сложновато это делать. Поэтому интересно было. Да. А для меня мешок, потому что темно. Участники конкурса «Семьи с детьми». Количество детей от 1 до 3, а возраст от 0 до 11 лет. Учащиеся младших классов занимаются в секциях айкидо, спортивной аэробики и волейбола. В конкурсе «Мама, папа, я» участвуют 15 семей. Весь зал Птимонова разделен на 15 равных участков. Участникам предстоит пропрыгать на скакалке. Затем семьям предстоит прыгнуть длину. Также участники соревнований метко нанизывали кольца на конус, стреляли из винтовки, прыгали на надувных мячах и многое другое. Вот соревнования «Папа, мама и я» проводятся уже много лет в нашем Солнечногорском районе, в различных залах. А в этом, в Тимоновском обновленном зале, проводится вот первый раз. И семей становится с каждым соревнованием все больше и больше. В этом конкурсе победителей не было. Абсолютно каждый участник получил спортивную одежду и был награжден медалью и дипломом. Екатерина Косевич, Виталий Киселев, Дмитрий Кузякин. Наше время.